Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Я решил сегодня залететь на CaseFail. У меня на балике 1004 доллара. Давайте со старта поставим 34 бакса на красное, потому что последний раз было, короче, два раза черное. Я думаю, сейчас должно быть два раза красное. Отлично! Мы со старта ролика поднимаем плюс 34 доллара к балансу. А самое главное, как раз начать видос в плюсе. Ибо как ролик начнешь, так его и закончишь. Но вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на CaseFail, вы можете при пополнении ввести промкод NICLUD и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно за всего. Скиваться карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, у себя в инвентаре скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов, вводите его нужного сюда. Еще у них есть карточки, где за каждый 1 цент депозита вам дают 1 CaseFail коин. И вы на эти коины можете сыграть в карточки и попробовать выбить халявный скинчик. Выглядит это примерно так. Нажимаете играть, у вас тасуются между собой карточки, выбирайте одну случайную и лутайте скинчик. Так, ладно, мы полетели в колесо, моя любимая стратегия, мой любимый режим, 20 долларов на 3x и 20 долларов на 4x. А в прошлом видосе мы подняли плюс 300 бачей к балансу, у нас было 700 долларов, смогли дойти до 1000. Ну и в принципе, пацаны, напоминаю, что мы весь этот балик раскачиваем со 100 долларов. То есть мы уже сделали x10 от первоначального баланса, который был, наверное, где-то неделю-полторы назад. Так, тут нам что падает? 3x не докатывается, обидно. Ну давайте удвоим, как бы балик большой. Сегодня я планирую поделать рискованные ставочки, то удваиваем. 40 бачей на 3x и 40 бачей на 4x. И если мы сейчас выиграем, то предыдущий проигрыш как раз отобьем. Я люблю такую стратегию с удваиванием. Так, 3x падает, отлично, на балике 1038 бачей. Давайте повторим ставочки по 20 долларов, также на зеленое и на фиолетовое. Давай, родной, в идеале выдавать 4x, это у нас на балике уже почти будет 1100 бачей. Кстати, как будто бы сейчас он мне и падает, отлично. Как на самом деле, но я про это уже просто не один ролик говорю, и я как бы задолбался даже про это говорить. Но я очень рад, что поменяли вот эту всю иксовку, потому что 4x стал падать намного чаще. Я про это знаю, что уже каждый ролик, мне кажется, говорю, но правда, мы сейчас вот после этой обновы в колесе начали поднимать в этом режиме намного больше, это отлично. Ну чё, можешь еще разочек 4x? Ну как будто бы можно, да? Ну хотя бы 3. Ну да. Окей, предлагаю даже не то, что удвоить, а еще больше. То есть удвоить, короче, 2x 2,5 сделать, поставить 50 бачей на 3x и 50 бачей на 4x. Чтобы отбить все предыдущие проигрыши, но уйти еще прям в хороший такой плюсик. У нас сейчас ставка висит почти 10 тысяч рублей. Можно, пожалуйста, выиграть. Ну да, 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 порассказывай. Хорошо, 100 бачей на 3x и 100 бачей на 4x. Но мне кажется, такими ставками я могу просрать весь свой баланс просто в моменте, да? Как будто надо подуспокоиться. Но с другой стороны, когда такой большой баланс, ну хочется же и для ролика поделать рискованные ставки. Да и сам я не против, естественно. Короче, ладно, по 100 бачей, а дальше будем думать. Нам сейчас самое главное выиграть. Давай, родной, пожалуйста, 4x, пожалуйста, 4x, пожалуйста, 4x. 200 бачей на 3x и 200 бачей на 4x. У нас сейчас ставка в колесе. 40 тысяч, ну ладно, там не 40 на самом деле, сейчас курс 90, ну почти 40 тысяч рублей. Пожалуйста, 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 нам падает 4x, у нас на балансе 1138 бачей, мы все камбэкаем и выходим в хороший плюс. Но это было рисково, ну так-то на самом деле так играть не нужно, я это сам понимаю, но мне кажется, я не смогу остановиться по 30 бачей на 3x и 30 бачей на 4x. Ну интересно мне, когда такой баланс, ну прям хочется делать рискованные ставки. И я даже буду готов опять удваивать по 2-3 раза, если вдруг будут проигрыши. Но сейчас, если на самом деле 1200 бачей поднимаем, то с этого режима уходим. Ну да, да, да. Короче, чтобы поднять, я предлагаю 100 бачей сразу на 3x и на 4x. Ты даже если мне сейчас 3x выдаешь, то у нас на барике, ну, почти 1200 бачей, там прям чуть-чуть останется. Давай, родной, не расстраивай, но выдай мне, пожалуйста, 4x, ну или 3. Ну или 3, ну или 3, пожалуйста, ну сука. Опять 200 бачей ставим на 3x и 200 бачей на 4x. Ну что ж так все рисково-то сегодня? Ну чё, 4x, уверенный, 800 бачей мы поднимем. Ну ладно, хотя бы 3 на самом деле. Хотя бы 3, но он падает 4x, отлично. Не знаю, как так выходит, но каждый раз, когда мы доходим до ставки в 200 бачей, мы ловим 4x, это отлично. Но что я говорю, он стал падать намного чаще. У нас на балике 1278 бачей, и я предлагаю перейти в другой режим. Давайте сейчас, например, в дабл 78 бачей, вот сейчас что упало.
Черное, я думаю, можно опять поставить на черного, потому что здесь был стрейк из красного. Здесь тоже дохрена красного падало. До этого еще дохрена. Еще тут падало красное. Ну, короче, по-любому на черное. Потому что этот цвет в последнее время падает крайне редко. А я считаю, должен падать почаще. Черное выдаешь, черное выдаешь, черное выдает. На балике 1356 бачей. Так, 56 опять на черное. Я думаю, будет все-таки какой-то стрейк из черного. Не просто разочек оно будет. Ну, я надеюсь, я прав. Давай, 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 черное нам падает. На балике 1412 бачей. Ну, я уже чувствую, что сегодня ролик, но это просто сказка. Давайте 12 бачей просто поставим на зеленое. Попробуем поймать. Я просто очень редко на кейсвейле пытаюсь поймать зеленое. А периодически на самом деле стоит, потому что иногда оно может выпасть под мою ставочку. Вот, например, сейчас оно и падает нам. Что сегодня происходит? На балике 1567 бачей. Это охренеть, да что сегодня происходит? Мы как боги на кейсфейле. Я все читаю, я каждую ставку читаю, делаю правильно и поднимаю до хрена. Ну ладно, не то, что каждый раз делаю правильно, тут я как рисковал, удваивал, но все равно 1567 добачей на балике. Так, предлагаю немножко зачилиться, расслабиться, сыграть морской бой чисто на 1 доллар. А, даже можно на 0.5 на самом деле вот сюда залететь, чтобы побыстрее. Просто хочу чуть-чуть подрасслабиться, остыть. Давайте вот так залетим на 50 центов. А, на 1 доллар или на 50 центов мы играем? На 1 доллар, наверное, да? Не, на 50 центов, а это банк игры общий на доллар. Так, о, начало отличное. Ну, здесь тройка у него, скорее всего, будет. Главное, чтобы он единицу мою не выбил, она стоит немножко тупо, на самом деле. Так, у него осталось только единица, как будто вот здесь, или вот здесь. Ну вот, он, конечно, только два моих корабля сразу выбил. Ну вот я вот этот ряд весь закрою, у меня есть ощущение, что здесь может. Ну нет. Куда он мог единицу? Может быть рядом, типа нечитаемо. Сейчас вот эту еще закрою. Главное, чтобы он не попал в мою еще. Да не, ну значит вот здесь. Да где? Где он? А, ну охренеть, но у него здесь была единица. Ну ладно, я не... это на 1 доллар, это так, подрасслабь. Ну я просто люблю играть в морской бой, кого-то переигрывать интересно, но если проиграли, то сильно расстраиваться не буду. Так, я предлагаю сделать ластовую, рискованную ставочку, поставить 67 бачей, наверное, на 3x. Если проиграем, то остановимся. Мы сегодня плюс 500 бачей подняли, это и так будет отличный результат. Если выиграем, ну, то, естественно, тоже остановимся уже. Так, в колесе нам падает, но, к сожалению, надо было по моей стратегии ставить, потому что 4x реально стал очень часто падать. Но на самом деле, без разницы, у нас на балансе 1500 бачей, мы сегодня подняли почти плюс 50. 50 тысяч рублей к балансу. И я считаю, на этой прекраснейшей ноте можно заканчивать ролик. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на кейсфейле, вы можете при пополнении ввести промокод НИКЛУД и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С киваса, карты, скинами, криптой, как вам нравится. А депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов. Вводите его нужно вот сюда. Еще не забывайте про карточки. Здесь тоже халявные плюшки можно позабирать. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает в продвижении ролика. Я считаю, за такой видос однозначно можно, пацаны, плюс 500 бачей поднять за один, мать его, ролик. То с вас по-любому лайк, подписка и комментарий. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.